Слава Господу, братья и сестры! Господь подарил для нас этот прекрасный воскресный день, и мы сегодня могли прийти на это место, прийти пред лицо Господне, не просто по установленному графику, не просто в удобное для нас время, но те люди, которые знают лично Господа, которые имеют с Ним общение, они всегда жаждут быть в Божьем присутствии. Это очень важно. И мы будем просить Божье благословение на это служение. Я хотел бы вначале прочитать один стих из книги Откровения мужа Божия Иоанна, который выражал свое состояние сердца по отношению к Богу. Давайте мы поднимемся, и я прочитаю Слово Господне. Книга Откровения, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Это очень такое важное состояние сердца. Я был в духе в день воскресный, и я слышал позади себя громкий голос, который говорил: „Я есть Альфа, и я есть Омега“. Очень важно, братья и сестры, когда мы находимся в таком состоянии, когда мы в духе, тогда мы слышим Божий голос, тогда мы повинуемся этому голосу, тогда происходит нечто особенное. Мы имеем общение с живым Богом. И когда мы общаемся с живым Богом, тогда наша внутренность преобразуется. Нам Господь что-то говорит, мы что-то делаем. То есть мы являемся участниками Божьей работы. Поэтому Господь призвал нас к живому общению. Господь не призвал нас к тому, чтобы мы просто совершили какой-то обряд, но Бог призвал нас к живому общению. И поэтому Господь хочет видеть состояние нашего сердца, нашу жажду, наши желания. Пророк Исаия говорит: «Жаждущие, идите все к водам». Жаждущие. Сегодня Господь, Он готов к тому, чтобы слышать Твой и мой голос, чтобы слышать Твое и мое желание. И вы знаете, апостол Иоанн, также мы читаем в послании Иоанна, говорит в первой главе, первое послание Иоанна, о том, что мы слышали, что мы видели, что рассматривали, что осязали наши руки о слове жизни. Ибо жизнь явилась. И поэтому Господь сегодня хочет, чтобы эта жизнь Божья проявлялась в нашей жизни. Он родил нас этим словом благовествования. Отдал нам Дух Святой. Мы дети Его, мы поклонники Его, а Он наш пастырь. И поэтому Давид говорит: «Послушаю, что скажет Бог». Он скажет: «Мир народу твоему». Он хочет дать нам мир, дать утешение. Он хочет припоясать нас силою своею. Но Он хочет видеть твое и мое сердце, чтобы мы открыли наши сердца перед Господом и могли говорить: «Говори, Господи, раб твой слушает тебя». Поэтому прежде чем что-то делать, чем петь, чем проповедовать, прежде чем что-то делать, я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы искренне предоставили наше сердце перед Господом. Может быть, нам надо покаяться, освободиться от каких-то суетных мыслей. Мы должны это в простоте сказать в самом начале этого служения: «Господи, я благодарю Тебя. Господи, Ты видишь состояние моего сердца. Может быть, мы потеряли дерзновение». Мы должны сказать такими, какими мы есть, предстать пред Господом и верить, что кровь Иисуса Христа, она может нас обчистить, обновить и дать нам это святое дерзновение, чтобы сегодня на этом месте мы имели это реальное, живое общение с Богом. Он хочет этого. Давайте мы помолимся. Об Иисусе.
Тебе мы желаем петь, Боже. Твое имя мы желаем возвеличивать сегодня, Боже. В этот утренний час да будет имя Твое благословенно и прославлено, святой Господь. Аллилуйя, Боже, мы сегодня приходим пред величие Твое, Боже, пред лицо Твое. Поклоняемся Тебе, величаем Твое святое имя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, хвала Тебе. Бог наш, мы поклоняемся Тебе сегодня, Боже. Пусть это будет молитва, как утренняя жертва, которую мы принесем сегодня пред лицом Твоим, Боже. Боже, мы Тебя благодарим, мы Тебя славим, мы Тебя величаем, Боже, за то, что Ты однажды, Господи, Боже, проявил свою необычайную любовь и милость каждому из нас, Боже. Слава Тебе за то, что Ты нас назвал своими сыновьями и дочерями, Боже, то, что мы стали Твоими детьми, сонаследниками неба. Слава Тебе, Господь наш, хвала Тебе, Боже, за то, что мы однажды увидим Тебя лицом к лицу, такой, как Ты есть, Боже, и всегда, вечно будем прославлять Тебя. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь наш, великий Ты Бог. Хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Thank you.
славим Тебя за этот чудный подвиг, который Ты совершил на Голгофском кресте. Боже, слава Тебе за каждую каплю крови, которую Ты проливал на кресте, Боже, для того, чтобы мы имели спасение, для того, чтобы мы имели оправдание, Боже, омытие грехов наших в крови Твоей, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе за то, что мы имеем исцеление, Господь, в ранах Твоих. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, Боже. Мы величаем Тебя, Господь, за то, что нету никакой болезни, которая не могла бы, Боже, быть исцелена кровью Твоей, Боже, потому что Ты великий и сильный Бог. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, хвала Тебе, о, хвала Тебе, Боже. Ты сильный Бог, Ты чудный Бог, Ты Бог наша опора, Ты Бог защита наша, Боже, слава Тебе, хвала Тебе, святой наш. Аллилуйя, 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 слава Тебе, аллилуйя.
Что наши нужды. Боже, слава Тебе, когда дети Твои взывают к Тебе, просят у Тебя, Боже, об исцелении, о прощении, Боже. Ты Бог верный, который слышишь и отвечаешь, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Церковь, поднимайте свой голос молитвы. Друзья, вышли наперед, они нуждаются в ответе от Господа. Поддерживайте ходатайственной молитвой. Поддерживайте эти молитвы, которые, эти просьбы, которые несутся к Господу. Пусть Божья защита, пусть Божья милость сегодня придет в эти судьбы. Поднимайте свой голос в молитве. О, Раманала, Яшевара, Гесентея. Твои рука спокойна. Когда